Здравствуйте, друзья! 9 мая. Смотрим следующую квартиру. Опять повторяюсь, какой заказ, такой показ. Заходим. Все, все, пошли. Посмотрели вход. Заходим. Все, смотрим на первых этажах. Попадаем налево от входа, сразучки в квартирку. Сейчас рассосутся. Так, заходим. Ванная в отличном состоянии. Так, прекрасные, нормальные. Нормальные двери. Не прекрасные, но нормальные. Безопасные полностью. Все хорошо, ребята. Хватит акцентрировать внимание на двери. Акцентрируйте внимание на расположении квартиры и так далее. Смотрим. Смотрим, вот что мы смотрим, да, нормально все, отлично, хорошая, это душевая, прямо по коридору зелененький цвет у нас, прямо по коридору, сейчас люди отойдут, загляну вот сюда, покажу вам зал, понятно, да, вход, налево зал, большой хороший зал, очень хороший, все чистенько, плиточка лежит большая. Аккуратненько, чуть-чуть где-то выбоинки есть, мелочи вообще совершенно. Так эта квартира в прекрасном состоянии, я смотрю-то. Тут под ремонт-то и нету. Мы смотрим квартиры, повторяюсь, на первых этажах, да? И их не так много, а поэтому... И коридор, кстати, широкий, хороший коридор, нормальный. Направо пошла большая, хорошая кухня. Пойду я сразу пройду ее. Холодильник здесь огромный стоит. Ага, вот этот уголочек, понятно. Вот эта балка стоит обложенная плиткой. А так, ну так широкая достаточно. Пошли посмотрим патио. Патио здесь? Да. Патио? Показываю. Это то, что мне очень сильно понравилось. Очень хорошее состояние кухни, видно сразу. Лучшее патио. Да. Это лучшее патио, что тут, вы видели. Мама мия. Если я увидел, я сказал, вам так понравится. Вот это да. Кладовка. Вот это патио, так патио. Так их патио, конечно, в центре города не найдешь, практически нету. Это можно. Я как-то показывал квартиру за 130 тысяч, там подобное было, но неухоженное. Здесь бывает солнце. А здесь? Здесь, да, бывает. Да, я думаю, да. То есть оно вон там проходит. А здесь что у нас еще? А здесь еще кладовочка. Ахахахахаха. Ахаха. Ну что? Ну, фантастика. Это патио просто... Крышечка, вот видите, да? Восторгает. Просто восторгает. Езжай и не трогай ничего. Так, поехали дальше. Поехали дальше. Душа всегда найдет что-нибудь поделать. Поехали дальше, возвращаемся с кухни, проходим и наблюдаем от входа, там я был, там душевая, вы уже запутались, там зал, здесь спальня, заходить не буду, просто покажу, спальня как спальня. Пошел дальше. Очень широкий здесь поворот, коридор. И поэтому даже вместился спокойно диванчик. То есть вот отсюда еще развернусь, вот так покажу. Понятно. Кондиционер, друзья. Ох, как интересно. Вот он где расположен, кондиционер. Бомба. И пошли еще в одну комнату. Так, так. Вот она. И с окна. С окна выходит здесь патио у нас. Вот они, мы только что здесь были. Все. Да, окна, Леша говорит, там новые. Да, нормальные окна, не двойные. Ну, нормальные, хорошие окна. Ну что, отличная квартира моя. Очень интересный вариант. Все, друзья, просмотрели эту квартирку. Всех с праздником 9 мая. Адьос, амигос.